Вопрос экстренных трат сегодня обсудили на внеочередном заседании законодательного собрания региона. В итоге в бюджет Иркутской области внесено важное изменение. Резервный фонд, средства которого пойдут на борьбу с распространением коронавируса, будет увеличен до 1,5 миллиардов рублей. Статьи расходов уже известны. В число прочего это покупка аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования, а также создание дополнительных мест для инфицированных в различных лечебных учреждениях. Затем, чтобы деньги не оказались потрачены впустую, проследят специалисты контрольно-счетной палаты. Ну и в любом случае все траты из фонда будут обсуждаться оперативным штабом под председательством главы региона. Решение о добавлении 1 миллиарда 350 миллионов к средствам резервной казны принято депутатами единогласно. И этот резерв позволит нам оперативно реагировать на те критические ситуации, которые могут возникнуть. Так называемые подушки безопасности. Она должна быть, и любой вариант развития должен формировать любое решение, естественно, с финансовым обеспечением.